Огромной проблемой 21 века стал сидячий образ жизни, из-за чего у многих начинаются проблемы со спиной. Много однообразных поз сказываются на спине и бедрах. К сожалению, повреждения могут возникать в течение месяцев и годами, при этом проявляясь лишь как временная скованность. А затем внезапно эта временная болезненность превращается в боль, которую вы не сможете игнорировать. Избежать этих последствий поможет кокосовое молоко. Кокосовое молоко Собья – это освежающая смесь кокоса, риса и молока. По вкусу напоминает растаявшее мороженое и очень популярное в Египте. Этот напиток часто пьют во время священных праздников, например, на Рамадан. Он утоляет жажду и мгновенно придает энергию. Собья на 100% натуральная и богата минералами, такими как кальций, медь, железо и калий. Поддерживает иммунитет, благотворно влияет на пищеварение и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Поэтому рекомендуем его пить осенью и зимой, в то время, когда все вокруг болеют. Железо в собии предотвращает анемию, антибактериальные свойства справляются с инфекциями. Кокосовое молоко богато клетчаткой, которая помогает поддерживать пищеварительный тракт в хорошем состоянии. Итак, учим пить ее правильно. Смешайте 1-2 чайные ложки собии с половиной стакана молока и половина стакана холодной воды. Добавьте сахар, можно добавить ваниль для дополнительного вкуса. Подавать охлажденным со льдом.